Так вот, у меня будет новый адрес, я его помещу в паблике. И вы можете написать мне письмо, я на него обязательно отвечу. Я просто думаю, что сейчас, ну, когда пишешь, тогда очень сосредотачиваешься. Там, в социальных сетях это совершенно не так, это как бы мимоходом. А в письмах хочется чего-то большего написать. Пожалуйста, поторопись с ответом. Я очень жду обратного письма. Найду в заначке старой сигареты и до утра засяду в окна. Прости, что я вот так с конца в начале, но думать можно только об одном. Мне кажется, что мы с тобой совпали, и вряд ли это просто разорвем. Всего прошло каких-то 2 недели, а мне и час мерещится, как век. Я раньше и не думал в самом деле, что так бывает муж и человек. Как на душе взорвалась Хиросима, и прямо в сердце хлынул талый снег. Мне промолчать уже невыносимо, и не сдержать потоки этих рек. Прошу тебя, ответь мне, умоляю, не знаю, как точнее рассказать того, кто от любви идет по краю. Молчание способно убивать.